Мощная беспроводная колонка с защитой от воды и приличной автономностью. В этом видео поговорим про беспроводную колонку JBL Flip 5 в классическом черном исполнении. В комплекте с устройством прилагается зарядный кабель с коннектором USB Type-C и пользовательская документация. При длине в 18 см колонку не назовешь компактной, да и звуковая мощность у нее внушительная — 20 Вт. Для использования на открытом воздухе есть защита от воды по стандарту IPX7. Согласно этой сертификации, колонка выдержит погружение на глубину до метра продолжительностью менее 30 минут. А вот защита от попадания песка не заявлена, так что стоит быть аккуратнее на пляже. Теперь в интерфейсах и управлении. На тыльной части разместились кнопки питания, сопряжения и индикатор заряда аккумулятора. Там же находится порт USB Type-C и петелька для запястного шнурка. Отметим, что колонка работает только по протоколу Bluetooth. Мини-джека для аналогового подключения не предусмотрено. Сверху расположились кнопки регулировки громкости, воспроизведения и клавиши подключения к другим колонкам бренда по технологии Party Boost. Есть два режима – стереопара, когда звук разделяется на две колонки, или вечеринка, в котором звук передается на все подключенные колонки. И, наконец, об автономности. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4800 мАч. По заявлению производителя, полного заряда должно хватить на 12 часов звучания. Но если выкручивать звук погромче, время работы будет ниже. Что в итоге? Такая колонка подойдет тем, кому нужна максимальная мощность в небольшом корпусе с защитой от воды. Только учтите, что здесь нет разъема 3,5 мм для проводного подключения, а также микрофона для работы в режиме гарнитур.